Очередная партия гуманитарной помощи отправлена в зону СВО, сообщает телеграм-канал администрации промышленного района. Сбор помощи организовал совет ТОС «Метеоцентр». В посылках одежда, термобелье, продукты и трогательные детские письма, стихи и рисунки. Администрация выражает признательность за помощь в сборе вещей председателю совета ТОС «Метеоцентр» Александре Кочетковой, председателю первичной организации совета ветеранов района Зое Ивановне Диевой, председателю МКД Елене Малкиной, активу ТОС Валентине Городничевой, Галине Зубицкой, Екатерине Мальцевой, Ольге Гусельщиковой, Любови Тикиной. Глава Самарского района Роман Рыдюков в рамках регулярной работы с жителями провел личный прием граждан, сообщает телеграм-канал администрации района. Первый вопрос касался несогласия с признанием дома аварийным. В ходе обсуждения была проведена консультация и заявителю предоставлена необходимая информация. Житель получил ответ на свой вопрос и был удовлетворен результатом обсуждения. Второй вопрос был связан с ремонтом подвала дома и проверкой на законность захвата земли общего пользования. Было принято решение о проведении выхода на указанную территорию муниципального земельного контроля. Это позволит в ближайшее время дать ответ жителю на волнующий его вопрос. Участнику Великой Отечественной войны Николаю Павловичу Юдину исполнилось 98 лет, сообщает телеграм-канал Департамента опеки, попечительства и соцподдержки Самары. В 1943 году Николай Юдин ушел добровольцем на фронт. В составе Первого Украинского фронта участвовал в боях за освобождение Вены, Будапешта, а также в войне с Японией на Курильских островах. За проявленное в боях мужество рядовой Николай Юдин награжден орденом Отечественной войны второй степени, медалью за освобождение Вены, медалью за освобождение Будапешта и множеством юбилейных наград.